Всем доброе утро. У нас тут такая вот идиллия. Это приблуда сидит наверху. Эти красавцы мои спят внизу. В этом году они меня пожалели, чтобы я не бегала. Вот, кормите, не переживала, потому что там петарды, там вот это все, детворы полно. И не решили остаться здесь. Не знаю, гнездиться как будут. Этот раз, я же говорю, не было их 5 дней, 4 или 5 дней, не помню точно. Ну, вернулись. И эта мадам сидит. Вон, еда ее тут лежит. Утром выходишь. Хорошо, сейчас. И она, когда голодная, следом. Туда-сюда. Это в прошлом году уточка прибилась, она во двор не подымалась. А это тут то возле курей, там возле загона сидит. Кто следом бегает? Да, мадам, Утька. Утечка. А что, ей наелась и сидит. Так что вот так. У нас Новый год сегодня. Тепло, солнца, правда, нету. Ну, мухи летают. У меня еще розы цветут. Вот. Так что вот такой у нас Новый год по тягушке. Давайте, дорогие, всех с праздником. Вот, чтобы в этом году настал мир, чтобы люди задумались. Вот, не только финансово сказать, материальных благах, но и о духовных, душевных. И вспомнили, что мы в конце-то концов люди. Вот. Всем здоровья, счастья, благополучия, достатка. Самое главное сейчас, наверное, мира. Давайте с Богом. От лебедюшка у вас тоже с Новым годом. Сейчас у них тихий час. Вот, ну, я буду этот как посредником передаю. Поздравляю всех с Новым годом, кто за ними следит, кто их любит. Вот пускай они у нас не кролики будут символом, а вот лебеди. Верность, любовь, благородство и так далее. Давайте, всех люблю. Всех с праздником наступающим.